Дорогие друзья, дорогие зрители телеканала «Санкт-Петербург», мы продолжаем рассказывать вам о том, как проходит День военно-морского флота здесь, в Санкт-Петербурге. Меня зовут Александра Мымрина, я весь сегодняшний день работаю здесь, на Дворцовой площади, где сегодня бьется музыкальное сердце этого праздника. Я с огромным удовольствием представляю следующего нашего гостя, Сергея Ефременко, лидера группы «Маркшайдер Кунст». Сергей, здравствуйте, с праздником! Здравствуйте, здравствуйте, добрый день, с праздником нас всех, ура! Как вам атмосфера сегодня здесь, на Дворцовой площади? Вообще атмосфера праздника Дня военно-морского флота. Что для вас всегда, знаете, для меня это особенный день, особенный праздник. Дело в том, что я яхтсмен, внук моряков, сын яхтсменов. Сколько вам было лет, когда вы впервые оказались на яхте? В 2000 году я начал заниматься яхтингом. Первый раз вышел в море, сразу заболел, с тех пор я яхтсмен. Я перегонял корабли, участвовал в регате и даже, знаете, в этом году устроил регату сам. Понимаете, море, паруса, вот этот метод отдыха, он идеален, на мой взгляд. Ну, не совсем отдыха. Я бы сказала, что все-таки это такой тяжелый отдых, который требует и характера, и выдержки, и много каких-то других серьезных качеств. Необходимо быть серьезным мужчиной, чтобы управляться с парусами, да. Но, вы знаете, мы как-то справляемся. На самом деле история культуры вот этого вида деятельности в России настолько обширна, настолько широка, что... Ну, как бы сам Бог велел. Ну, как, что, мы живем в Петербурге, ну, как без этого? Давайте скажем пару поздравительных слов для всех, кто сегодня отмечает этот праздник, для кого море и военно-морская служба стали судьбой. Друзья мои, вот этот вот на мне прекрасный объект, он не просто так. Я помню и Гангутское, и Синопское, и Чесменское сражение практически как вчера. Что вам сказать? Поздравляю всех с праздником военно-морского флота. Это вообще великолепный день, чудесный. Это то, что, ну, одна из основ нашей государственности, флот, как и армия, да? Ну, поздравляю всех офицеров, матросов, командования. Ну, братцы, ура! Спасибо большое. Я напоминаю, Сергей Ефременко, лидер группы «Маркшайдер Кунст», был гостем нашей открытой студии здесь, на Дворцовой площади, где продолжается празднование Дня военно-морского флота России.